Всем привет, меня зовут Редрагон, и мы продолжаем играть в веселые игры в честь Хэллоуина. Сейчас игра будет под названием... Как она называется? The Librarian. Библиотекарь, соответственно. Мы играем за библиотекаря. Это пиксельная какая-то веселая, короткая игра. По-моему, это не то чтобы хоррор, но это будет у нас переходная игра на стриме. Хоррором, поэтому разберемся. Библиотекарь, специальные знания. Подожди, а есть русский язык в игре? Я думаю, что нет. Но вдруг он есть. Есть русский язык. Супер, слушайте, отлично. Все, возвращаемся в игру. Библиотекарь, специальные знания. Это короткая игра, в которую вы сейчас поиграете. Это очень классная игра, которая была выпущена в честь чего-то там. В общем, ладно. Посвящается моему отцу. Подожди. Да, все хорошо. Приятная музычка. Короткая игра Октави Наварро. Ебануться. Все, можно играть? Нет? Управлять мышкой. Я забыл категорию там на Твиче поменять. Телефон и не нашел, как это сделать, и не сломали. Все, короче. Что было там. Поэтому что я быстренько прям сделаю это. Прям вот быстро. Прям. Я надеюсь, я это сделаю еще чуть-чуть побыстрее. Вот кнопка. Broadcast options. Либрариан. Короткие, атмосферные, веселые игры на Хэллоуин. Все, я думаю, достаточно всеобъемлюще звучит оно и называется. Можно закрыть Chrome? Спасибо. Все. Продолжаем. Управление тупо мышью, короче. Книга. У нас есть книга. Мы в спальне. Так, книгу она не убирает. Как интересно сложена игра. Свеча. О! Послание, здорово. Письмо. В библиотеке что-то не так. Да, наверное. Идем вниз теперь, да? Ладно, пойдем вниз. Мне так приятно, так это камин пострёт, потрескивает. Ну, вернее, печь, неважно. Графин с вином. Шкаф. Наверное, она переоденется сейчас, да? Да, форма библиотеки. Ничего себе у тебя форма. Нормально это ты выглядишь-то. Идем на улицу. Надеваем капюшон, потому что там, наверное, дождь. А, там снег даже. О, нет! Да, он пришел попить водички, да? Лужа. Да и вина нальем. Вот. Окей. Все, запухал, короче, волк или медведь, кто это? И заснул. Хорошо, пойдем. На главную улицу. Блин, в такое надо было на Крисмас играть. Кто ж знал?
Там вот скелетики какие-то. Дверной замок. А мне нет ключа. Разбитое окно. Залезем? Залезем. Так что быстренько. Да, все хорошо. Судя по всему, мы уже в библиотеке. Не знаю, зачем нам книга. У нас есть кинжал духов. Про библиотекаря, кстати, это линейка игр. Там есть еще игры про вот этого персонажа. Еще будут и. Но, честно, меня они не очень впечатлили тем, что там предоставляется, соответственно. А что делать? А книгу вставить? Я вставлю. Ну, вон же. Нет? Да ладно. А, что-то открылось. Ну-ка, посмотрим. Странное устройство. Сломанная ручка. Назад. Хорошо. Как хорошо, на самом деле не очень хорошо. Срубить ветку? Нет, она не делает ничего с веткой. Можно, можно вылезти в окно? Нет, нельзя. А, она не дотягивается. Ну, ладно. В устройстве сломана ручка. Надо, наверное, что-то по этому найти. Может быть, там надо поковыряться кинжалом? Нет. Сюда? Здесь ничего не функционирует, в принципе. Что это такое? Это менюшка. Ну, по идее, свеча горит, типа, с ней бы что-нибудь сделать, но она тоже не активна никак. Странное устройство также не реагирует ни на что. А вот сейчас она взяла ветку. Ну, ясно, ладно. Бывает. Окей, у нас теперь есть ручка. Мы теперь починили устройство. И открыли тайный проход в библиотеку. Наверх. Можно пойти вниз, можно пойти дальше, идем. Какие-то буквы меня напрягают это. Надеюсь, это не загадка какая-нибудь. Бывший библиотекарь, здорово. Красная линза. Пригодится. А ее не смущает, что он типа лежит тут такой, как трупец? Меня вот это бы очень смутило, на самом деле. Студент. Давайте спросим, как дела. А, он мертвый тоже, типа. Указательный палец. Что это такое? Отрежь? А что за приколы? Что это такое? А, да ладно. Ну, можно все пальцы по... Это загадка, да? Типа, это чтобы разгадать. Подсказка у нас. Типа, галочка, поломанная галочка, кружок и треугольник. Ладно. Круглый глаз. Пас. Я предложил вставить линзу, но она не вставляет. Ну, ладненько. Пойдем вниз, наверное, попробуем прожать штуки эти. У нас есть подсказка от мертвого студента. Почему они мертвые? Почему они мертвые? Ее это никак не смущает. Так, а сначала был этот. Как его? Галочка была. Вот это, наверное. Потом сломанная галочка. А нет, это вот эта сломанная галочка. Неправильно все сделал, ну ладно. Батину стрёмно подсказала, что все не так. Да, галочка. Тум. Сломанная галочка. А, кружочек. И треугольник. И оно сломалось. А из него вывалился кружок, который сейчас будет пойти в ста... Умри!
Это было легко. Окей, берем сферу. Наши темнейшие времена. Есть курить, в натуре темнейшее. Прям очень темный, я бы сказал. Свеча, свеча, возьми свечу. В смысле? Возьми. Ой, это что такое? Наверх. Не хочу наверх, надо... А, подожди, это мы в этом же мире, в смысле, в другом мире, но в этом же месте физически. Получается, мы открыли проход куда-то. Ой-ой-ой. Опять загадки какие-то. Может, там у студента под пальцами поменялись эти знаки теперь? Я... Тут вот рядом со входами есть циферки. Смотрите, мозги последние, вот эта штука предпоследняя. Значит, ты... Ой, да ладно. Нет, ставим мозги. Ставим вот эту штуку. А сейчас будем рандомить. Мне лень туда идти. Нет, да? Не работает. Значит, сюда вот это, а сюда вот это. Ну это просто проскипали бессмысленное путешествие по двум этажам, чтобы посмотреть на циферки. Так, мы вышли на балкон? Нет, или что это такое, подожди. Это как будто навесной кэтволк какой-то, не балкон. Ну да. Мы же только что тут были. Окей, идем дальше наверх. Я пока не очень понимаю структуру этого места. Это, я так понимаю, типа большой зал. И это, наверное, реально какой-то, ну, навесной этот. Что-то. Витраж. А вот так? Тоже нет, да? Ладно. Здравствуй, ворона. Как-то она не впечатлена, но она сломала нам витраж. В принципе, меня устраивает. Ворона маленькая, здравствуй. Застрявший вороненок. Давайте я спасу, а как? Да просто взяла его руками. Ну, а чё бы и нет. А, и мы сейчас пойдем отнесем до большой вороны. Пойдем. Ворона, ворона, смотри. Ты не ешь его только. Так, у нас есть ключ от входной двери есть. Не знаю зачем, наверное, чтобы выйти из библиотеки, но зачем? Вообще не смущает ее мертвый чувак, да? И теперь мы идем домой. Библиотекарь. Короткая игра Октавия Наварро. Дизайн, программирование и музыка Октавия Наварро. Звуковые эффекты с сайта freesound.org. Сделано на Unity. Adventure Creator. Авторство Крис. Кто там? Ой. На русский перевел Александр Примак и Арина Бедрина.
Вот и вся игра, собственно. Спасибо вам, игроки, стримеры и их зрители. Спасибо вам. Поддержите мои будущие игры. Я поддержу. Там много у тебя игр еще. Мы на них посмотрим сейчас. Это же его, по-моему, игры тоже. По-моему, его. Ну, которые сейчас будут дальше. В общем, да, такая игра. Собственно, в библиотеке что-то произошло, мы туда пришли, мы нашли два трупа. А это конец? Да? Нашли два трупа и спасли маленького вороненка и отдали его большой вороне. Все. Это игра. Ну, собственно, а что вы хотели? Короткая игра. Такая вот. Ясно? Ну. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующем видео и приходите на стримы. Всем удачи, всем пока.